Итак, что это такое? Это живая плитка с люминофором внутри. Естественно, тогда, когда свет присутствует, то не особо она имеет красивый вид. Полная информация, естественно, есть на сайте www.redevil.ru. Итак, в чем суть? Давайте сейчас посмотрим. То есть на данный момент мы видим, как она выглядит, да? То есть особо ничего интересного нет. То есть, ну, мы видим, что там внутри есть жидкость, да, которая, соответственно, при давлении перемещается, но эффект, конечно, совершенно не очень интересный, да? Вот. Но что происходит тогда, когда мы включаем свет? Сейчас давайте попробуем это сделать. Итак, что произошло? Фокусировка сейчас попробует у нас сработать. То есть, как мы видим, внутри находится люминофор. За счет люминофора происходит свечение. В чем, собственно говоря, и состоит фишка данного варианта решения. То есть, вот видно, что материал светится, да, мы там подальше отходим. Вот. Но это все-таки не барные стойки, все-таки это танцполы, потому что тяжеловато на самом деле оказать давление на люминофор, чтобы он продавился и чтобы переместился. Добро пожаловать в инновации 3D World.